5 минут. Блин, надо сейчас тогда. Закончили смарт. Она меня сегодня уронила. Это ты меня уронила? Она, короче, мы столкнулись. Ну, она виновата. Она меня обвиняла. Она упала, а потом мне подножку поставила. И, короче, я тоже упала. Причем я на пятую точку упала. Это можно наложить видео. Да. Прям покадрово наложи, чтобы показать, как это произошло. Поэтому она меня обижает. Она меня больше не любит. Вы ее будете видеть на канале теперь реже. Я сама приду к тебе на канал. Даже разрешение. Как страшно. Опасно. Сейчас от тебя все отпишутся и скажут, мы подписаны на тебя, только радикать. Да. Представляете? Я шучу, если что. Я бы не просила. А то вдруг поверят все. Я просто жестоко шучу. Я запомнила тебя. Катя пришла, но тут закрыто. Катя, засунь руку, покажи. Ну, руку засунь. Чего? Руку дай. Руку просунь. Привет, рука! Привет! Я телефон конфисковала. И зарядник. Всем привет, это мой влог. Меня зовут Катя, и сегодня я пришла на репу на полчаса, потому что я работала. Ну и, собственно, потому что перерыв я не могу. А все, требуй теперь свой телефон, не получишь ты его. Куда меня ведут? Опачки. Неожиданно. Как вы думаете, мы пройдем или нет? Прикольно, да? Классно, да? Да. Ну. Ой, такой холос. Что, он не плывет к тебе, брат? Ой, вот. Ну, травой там кормят. Укусила. Все, без пальцев осталось. Нельзя, давай. Все повторяй.
Зайки такие сладенькие. Ладно, пойдем. Уходим. Она мне угрожает. Я ее заведу. Мы идем в ткани. Покупать ткани на смарт. Не выйдет. Вот видите, какая? Ух, угрожает. Да, такая, да. Видишь, тут вот эти вот можно тоже зайти места. Но я тебя поведу, где была я. У тебя хорошо. Я тебя уже знаю, эту скидку делаю. Ну, не знаю, не знаю, сделаю эту скидку. Это просто Эспо. Да, Эспо. Прикольно. Мы присмотрели вот эти цвета, но хотим еще сходить посмотреть, что-то поискать. Потому что вот это прям очень яркое, а вот это прям очень темное. И вот сюда вообще не подходит. Вот такие цвета купить и сделать ханбоки. Прям очень красиво, мне кажется. Будет даже сочетание этих трех цветов вместе. Так, вот мы зашли в другой магазин. Тут есть красный, вот такой оранжевый. Мы думаем взять не зеленый, а вот такой. Я не знаю, как этот цвет правильно назвать. Мы купили два шифона, подкладку и вернулись вот сюда, теперь за этими шифонами. Мы закупились. Сейчас пойдем еще в другой магазин, потому что мы не нашли подкладку. Вот мы все смотрим, здесь вот такие подкладки. Мне вот это нравится, но они стоят, конечно, дороже, чем там. Блин, вот этот цвет очень красивый на камере. Мы закупились, не хватило только подкладки на меня. Но я поищу, у меня, возможно, осталась еще старая с прошлого года. Это тархун и ананас. Я очень люблю ананас и очень люблю тархун. Но что это будет вместе, я не представляю, но решила взять, потому что очень жарко, а просто воды не хочется, а нас льдом как раз. Не получилось. На вкус как тархун. Смотрите, вот что вот это такое? Поклонение. Не поклонение, это танец на них. Вообще-то они нам платить должны. Да, вот, я жду. Аня тут еще добавила кого-то. Это Ёнджун, а это Хисун. Вот она, своих мужчин поставила. Сегодня у нас две репетиции, и BCD, и Smart. И сегодня я проведу примерку костюма, который я делаю на Smart. Очень тяжелая сумка. Я не знаю, что я там ношу. Нет, ну я знаю, но не понимаю, почему так тяжело. Сегодня я в футболке. Но я думаю, что я ее больше не буду носить, а повешу как украшение на стену. Потому что жалко ее носить. Все-таки это подарок. А вообще, за эти два месяца у меня какой-то странный влог. Я особо ничего не снимаю, потому что я в основном монтирую сейчас. Шью, монтирую, и все. Так, вторая укололась. Попой трясет. Вот это да. Вот. Сегодня я пропустила, потому что делала наши костюмы на смарт. Сейчас я бегу на репетицию смарт, потому что я опаздываю. Я не доделала костюм Светы. Свой я еще не начинала, но бежим. Нам нужно...
очень нервное состояние. Сейчас иду мерить босоножки, потому что не пришли шортики. Я еще не начала свой костюм. Это просто, наверное, самый нервный проект, который у меня был, потому что нервы с костюмом, нервы с танцем, и завтра мы уже выступаем. Состояние, как это произошло. Слата допивает баблти. Я допиваю воду. Вот она популярность. Вам тоже. Так, сегодня у меня супер длинный день. Сначала я еду на полчаса на репетицию, потом на автограф-сессию Light Sam, и вечером мы выступаем. Сейчас я уже буду краситься, поэтому вот мое до. Это чтобы заплести косички. Ой, наоборот. Я заплела косички, чтобы были кудряшки на выступлении. Надеюсь, что-то от них останется, потому что на репетицию я поеду в них, а на автограф-сессию я их уже распущу. Вот я готова. Я бегу. Сегодня очень жарко. Я жалею, что я одела джинсы. Но мне кажется, вечером будет холодно. Я с этими косичками так упорно смотрюсь, но это чтобы была прическа. Один. Умер. Аня там что-то делает. Что там делаешь? Сейчас выбежала с репетиции, буду на ходу краситься, распускать волосы и уже бежать навстречу к девочкам. О, красота! Да. Меня девочки кормят. Да, я пью. А я тоже пью. Нет. Мы тоже ждем свои плакатики. Вчера ходила на их концерт, мне очень понравилось. Они сказали, что обязательно еще приедут в Корею, и кино мне... Да, я так же, кстати. У меня же ладошки запотели, я такая... Мне делали комплименты про волосы. А-а-а. Они тоже заметили мою вот эту штучку. Это было слишком мило. Автограф-сессия закончилась, вот мы пошли покушать, и потом уже вечером мы с Катей будем выступать. Smarter, baby, smarter! Нас, кстати, уже придут и будут поддерживать, потому что я там с девочками в очереди стояла, они сказали, мы придем и будем кричать, Плоский пудинг, вот мне потрясало. Сегодняшний день. Все, все снимают. Нам принесли еду. А у меня еда нет хлеба. Но ты не заказывала. Мне девочки принесли. Вот, все, мы с Катей уходим уже. Они остаются и придут позже, когда будут нас поддерживать. Да. Все, пока. Кричите нам, снимай галстук. Крутимся. Не вокруг себя. Сама красота, Екатерина. Ой, здравствуйте, да. У тебя такое лицо. У меня? Да, несчастное. Мне будет плохо. Ну да. Ты-то что делаешь? Опа. Я реально у меня...
снимают. Никогда такого не говорила. Надо учиться. Я тоже никогда такого не говорю, у меня даже ссылки нет, если что. Для доната. Донатьте мне на канал, спасибо. Нет, мне. У меня бусти есть. Мне тоже. О, вот они, цвета номер один, цвета номер два, цвета номер три. Типа русалки. А, я сделала так, у меня тоже волнистые. Вот, все, мы уже готовы. Смартить готовы. Да. Она будет серебряным подколом. Едем дальше. Сейчас, да. Сейчас выйдет команда с аппетитным названием Nuggets. Поддержку, ну вы совсем уже разогрелись. Я прям... Спасибо, спасибо вам за поддержку. Я очень расстроена, потому что вначале я не поняла, что включилась музыка и сделала все неправильно. Спасибо большое! Подарили вот такой подарочек. Тут косметика, тут вот масочки, какой-то кремик, масочки, еще что-то. Вообще до себя сняли. Мы тут все кушаем. У нас ужин. Ужин, да. У нас нет палочек, поэтому мы взяли палочки для размешивания кофе. Это будут плоские палочки, как в Корее. Идем домой. Так что увидимся на съемке. Сегодня репетиция, завтра запись, и мы наконец-то запишем это видео. Вот, вчера был Фантом Фест, и я чувствую себя максимально побитой, у меня болит спина, плечи, просто все. Я еле встала, сейчас ехать на репетицию. Будем трясти попой. Сегодня вы увидите 5 жиж, одна из них это я. Вот, это у нас сегодня будет, наверное, не смешное видео. Мы будем просто пытаться собраться по кускам. Да. Жижа номер 3 на месте. Ой. Ну, со мной, да, 4. В том углу 3. 5-я жижа, все на месте. Делим призы. Я могу под одну. Поделенные призы. Вместо смарт, скажите мне. Так, я сделала макияжик. Я похожа на какого-то, знаете, такого льва. То, что у меня вот такая грива. И все, уже выезжаем и встречаемся с девочками на съемку. 17 сентября, жара. И мы едем так. Она, конечно, она всегда видит, когда я снимаю. Осторожно. Это происходит всегда. Девчонки готовятся. Злата моет обувь. Ниночка загорает. Катя с Анечкой ведут трансляцию. А Ирочка со Светой причесочки делают. Ну все, я больше не перегрызли. Ну почти. Ну да, уже приличнее выглядишь. Миночка, брат, тебе не стыдно было захватить мой фан-кам на ABCD? Стыдно.
но что я могла сделать? Нет, забавно, мило. Страшно. Счастливый треугольник из трех Вик. Мама радуется. Бермудский треугольник. Какая довольная! Давай! Мне не так, не надо. Тебе аккуратно, да? Давай. На удачу. У нас тут была Викони на фабрике. Да, ненадолго приехала. А ты теперь на работу. Ты что, в Диану ты вращаешься? Ты в Диану ты вращаешься? Рабочая пчелка. Нет. Я уже давно ей не являюсь. Вот поэтому. Видите, ее во влоге на йоге. В плане между дублями пикник. Знаешь, что я делаю? Нет. Лазит по карманам. Получается карманница. Почему? Я не знаю, почему мне Настя каждый раз что-то одевает, что он без кармана, и я такая, опа, карман. А ко мне ни разу не залазила. С тобой не интересно, ничего не ловишь. Меня раскусили. Пока придется что-нибудь носить, чтобы, чтобы сбить ее с толку. Да. Она такая злая. Ну, серьезно? Ой, ну Сета прям отдушина. Намокла, пришла, вытирается от мой подол юбочки. Ой, намокла.
красивая. Просто она полностью мокрая. Все, я замерзла. Хочу кушать и хочу домой. Поэтому всем спасибо, кто смотрел этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Саня. Всем пока-пока. You're my everything.